Каждое 31 декабря в 98-й гвардейской дивизии ВДВ вспоминают погибших в ходе первой чеченской кампании бойцов. Им в расположении части установлен небольшой монумент с фотографиями. Родственники погибших при штурме Грозного звонят до сих пор, хотя прошло уже 25 лет. Ввод войск в Чечню начался 14 декабря 1994-го. 29 числа колонна с ивановскими, в том числе бойцами, вышла из Моздока в сторону Грозного. Карты района были составлены за дюжину лет до этого и реальной картины не отражали. Колонна растянулась, передвигалась по-боевому с закрытыми люками, видимость была плохая. Из-за нее-то одна из машин подорвалась на мине. Двое десантников погибли. Тяжелые раны получил лейтенант Владимир Птицын. Вот при этом погиб сразу старшина батареи прапорщик Смирнов, остальные были ранены. Механик-водитель Иван Морозов, эфрейтор, он, получив ранение, но был в силах нас всех вытащить из горящей машины, что и сделал, и тем самым нас спас от неминуемой гибели. Вот. Но сам впоследствии, через некоторое время, буквально сразу скончался от полученных ранений. Вот. Но благодаря ему мы остались живы. 31 декабря 1994 года российские федеральные силы начали штурм Грозного. Власти предполагали, что восстановить конституционный порядок получится быстро и бескровно. На деле осада длилась почти два месяца, а в результате ожесточенных боев потери сторон составили 8 тысяч человек. По разным оценкам, число погибших мирных жителей было от 15 до 25 тысяч. Грозный планировали брать с четырех сторон, нанести мощные концентрические удары и соединиться в центре города. С востока, с аэродрома Ханкала, в числе прочих, были бойцы сводного отряда 98-й гвардейской дивизии. Всего 477 военнослужащих. Домой к матерям, женам и детям не вернулись 35 человек. После окончания Рязанского десантного училища в 1994 году Сергей Бавыкин приехал в Иваново служить в 217-м парашютно-десантном полку, а уже в декабре этого же года отправился на спецзадание – разоружение незаконных бандформирований на территории Чеченской Республики. 31 декабря в одной из боевых машин он выехал на автомобильный мост через железную дорогу. В операции на восточную группировку возлагали функции изображения главного удара федеральных сил по городу. Она должна была охватить максимальную территорию, оттянуть на себя наибольшие силы боевиков, а затем выйти из Грозного, увлекая их за собой и давая возможность остальным трем группировкам выполнить поставленные задачи по захвату города. Но вышло иначе. Колонна батальона двигалась во втором эшелоне группировки «Восток». Миновав пригород, штурмовой отряд попал в засаду. Пять боевых машин, включая и машину командира батальона, были подбиты. Руководство приняло решение отвести уцелевшие подразделения на исходный рубеж. В одной из уничтоженных машин был и Сергей Бавыкин. Основное вооружение в ней находится в башне. И чтобы лучше использовать возможности офицера и корректировать направление огня, Бавыкина туда и посадили. Это стечение обстоятельств спасло ему жизнь. Выстрел из гранатомета попал в борт БМД, убив наводчика-оператора, сидевшего на командирском месте, и практически перебив Бавыкину обе ноги. Я до конца был в сознании, успел сделать себе обезболивающий укол. И далее... После выхода уже из боестолкновения экипаж мой меня эвакуировал уже в медицинскую часть. Прошло очень много времени, это был такой тернистый путь на большую землю, потому что отсутствовали, скажем так, средства эвакуации, потому что очень много сил, средств у противника было задействовано на всех рубежах. Федеральным войскам противостояло несколько тысяч хорошо подготовленных боевиков, на вооружении которых была бронированная техника, артиллерия и противотанковые комплексы. Бой прошел без эмоций, как он должен быть, бой. Потом, в дальнейшем, при разборе всех этих ситуаций, уже тогда могли там волосы становиться дыбом. Как мы это все пережили, как мы могли принять первый такой бой. С нами были практически солдаты 18-19 лет. Для них это было более, должно быть, эмоционально,
Но, тем не менее, они были готовы в дальнейшем выполнять такие же задачи, видя первые потери своих товарищей, сослуживцев. Колонна была заблокирована и подверглась жестокому обстрелу. С большим трудом последним БМД удалось расчистить обратную дорогу. Раненый в ногу майор Амельков с одним из офицеров остались прикрывать автоматным огнем отход техники и экипажа из подбитых машин. Боевики смогли обойти позицию офицеров, Виктор Амельков был убит. Ценой собственной жизни он обеспечил спасение десятков жизней солдат своего батальона. Утром, когда уже вышел командир батальона, да, вот он сказал, что майор Амельков там остался, да, прикрывать их. Уже ясно было, что он погиб, да, что там еще не есть солдаты. Опять собрали группировку, опять пошли туда. И офицеры получали ранения, да, солдаты, когда вытаскивали уже убитых оттуда, да, чтобы хотя бы тела вынести оттуда. И когда их привозили, да, вот тот же самый майор Амельков, когда видишь, что его добивали в упор. Да, все это дело, ну, я его знал, он был, ну, старшим товарищем, да, моим, скажем так, образец. И вот видишь, это да, эмоционально. Для Андрея Калинова это тоже был первый серьезный бой. Это потом в его жизни будет вторая чеченская кампания, долгие годы службы в 98-й гвардейской, должность замкомандира по воспитательной работе и звезды на погонах. Также уважение сослуживцев за опыт в тяжелых условиях войны. Во второй роте была подбита три машины, да, там в артиллерии полностью машина, но она была подбита. И ясно было, что уже командир батальона, да, вместе с группой офицеров находится где-то там, да. Мы собрались, вот это все посчитали, связь нету с комбатом, да. Что делать? Надо идти, да. Ну, ВДВ не принято бросать своих нигде, да. Опять же, собрали группу, так как основа, получается, наша рота была без потерь, да. Вот, я остался в базовом районе, вот именно встречать здесь. А вот офицеры, да, командир роты, капитан Лежнин, вот Андрей Калинов, вот, другие офицеры собрались и пошли туда искать командира батальона в ночь уже, да, вот в саму вот эту новогоднюю ночь. Я больше переживал за то, что личный состав может действительно проявить какие-то эмоции. Где-то закрыть глаза, испугаться и так далее. Но ни один не испугался. В основном на ответственных участках по вооружению боевых машин находились офицеры. Солдаты, ну, скажем так, выполняли то, что они могли выполнить. Где-то стрельнуть в каком-то направлении. Вот. И поэтому по своей молодости мне показалось, что это просто было такие громадные стрелковые тренировки. Стреляло все, горело все вокруг. С мирной, казалось бы, миссией эвакуировать тела убитых на место боя отправился, в числе прочих, 18-летний Виктор Шиганов, военнослужащий самого элитного подразделения 98-й дивизии, разведчик. Попал на точку, увидев первый труп, я не знал, кто это там лежит, потому что трупы меняются, конечно. Выпал туда, подполз в тюрьму, ну, уже узнав майора Мелькова. Вытащил его первым, потом дальше прополз, увидев еще одного человека. Это оказался Анатолий Бутин. Страшно не было, рассказывает Виктор. Приказы руководства обсуждать было не принято, и задачи выполняли четко. Сейчас он четверть века спустя продолжает служить и старается передать молодым разведчикам память о погибших сослуживцах. Анатолий Бутин погиб вместе с героем Российской Федерации майором Амельковым, прикрывая отход Селезнев и Бутин погибли 31 декабря, а Виталий Кривоног и Хаджа Ипа. Виталий Кривоног погиб 6 января, и Хаджа Ипа был ранен 6 января. Количество военнослужащих федеральных сил, погибших только в новогоднюю ночь, оценивается в 1000 человек. 20 человек потерял и батальон нашей дивизии. За эти несколько дней было все, в том числе и подвиги наших земляков. 31-го, да, ведь ты же не видишь вот именно вот человека вот в лицо вот так на метр, да, когда это не было рукопашной схватки, да, допустим. Это все равно удаленно, это даже не 50 там, метров, это достаточно далеко, да, тем более, когда стреляют из гранатометов, это расстояние порядка там 300 метров, да. Почему я говорю, что 31-го, когда входили, больше было, ну, как похоже на такой этот, какая-то стрелялка вроде бы. Поэтому ты ведешь себя спокойно, так, как должно быть. Если есть там, ты видишь цель, оттуда идет огонь, ты поражаешь это, как на стрельбище. То есть все это четко было.
Но когда гибнут товарищи, вот здесь уже... Сергея Бавыкина доставили в госпиталь Моздока только через 2 дня после ранения. Врачи сделали все, что могли, но одну ногу сохранить не удалось. И тем не менее, военная карьера Сергея Евгеньевича на штурме Грозного не закончилась. Он остался в вооруженных силах и дослужился до подполковника, замначальника штаба Ивановской дивизии. 28 лет выслуги, из них 24 на одной ноге. Продолжил служить после тяжелой травмы Владимир Птицын. Сейчас он возглавляет артиллерию в 98-й гвардейской. Люди с реальным боевым опытом в армии в цене. Президентский дворец был захвачен только 19 января 95-го, но бои за Грозный продолжались до 26 февраля. После новогоднего штурма Грозного сводный батальон вошел в состав группировки «Север» и получил задачу штурмовать комплекс зданий Совета министров Ичкерии. За дни этих боев в батальоне погибло 14 человек, было ранено и контужено более 80 гвардейцев. 19 января десантники 98-й дивизии водрузили российский флаг на крышу Совмина. Первая чеченская война закончилась только 2 года спустя. За проявленное мужество и героизм 3 офицеров дивизии были удостоены звания Героя России. 455 военнослужащих награждены боевыми наградами и медалями. Пока мы готовили этот репортаж, приказом министра обороны России майор Амельков зачислен навечно в списке личного состава 217-го парашютно-десантного полка за свой героизм, за то, что ценой жизни спасал солдат. Герои живы, пока жива память о них. Дни боев в Грозном для выживших стали ключевым моментом в жизни, точкой невозврата, которая навсегда разделила существование на «до» и «после».